году по Амстердаму. И тут опять же ярмарки вот эти. Я так понимаю, это все рождественские ярмарки. Все подсвечивается, конечно. Такие колокольчики красивые. Народ разный, хочу сказать. Но не мыт, не чесан, такое чувство, что вообще. Большое количество не белых. Продают разные вкусы пищи, я еще ничего не пробовала. Ничего не пробовала. Хочу что-то попробовать такого. Вот сыр я уже пробовала, голландский. Моя ласточка босенька прямо. Хочу здесь что-нибудь посмотреть, такого себе красивого. Продают тюльпанчики, наверное, голландские, видите? И зима ни почем. И зима ни почем. Ну вот так как-то. Вот как-то так. Это тот Амстердам. Да, и понимаете, там очень такие грубые лица у девочек, у женщин. Ага, ой, что-то, сейчас я пойду сюда посмотрю. Памятник какой-то кому-то, сейчас мы посмотрим, пойду, подойду. Такие стоят эти. Да, не видите, такое красивое. Ага, Луи Виттон тут показался. Все светится. Ой, сколько велосипедов. Целая толпа этих велосипедов, посмотрите. Кому это памятник? Ну, такое что-то такое вот красиво-высокое, что-то в нем. Не знаю. Итак, ладно, я иду смотреть и буду вам еще показывать. Давайте.